Какие еще меры безопасности необходимо соблюдать при печном отоплении? Наиболее распространенные причины возникновения пожара в жилом секторе в период отопительного сезона? Что предпринимается для безопасности людей в это время? Сколько было выявлено нарушений? Смотрите программу «Город ТЭС» на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии Владислав Садовский, заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.